Эти соревнования проводятся на базе спортивной школы «Виктория» уже более 10 лет. В этом году испытать свои силы приехали почти 100 спортсменок. Конкурс проходил в несколько этапов – сдача нормы ГТО, комбинированная эстафета и оригинальный танец с элементами аэробики. По итогам соревнований анапская команда оказалась лучше во всех видах программы. Она же и стала победителем в общекомандном зачете.